Накануне глава республиканского МВД встретился с руководителем Минэкологии региона. Джишарбек Узденов и Александр Голокуленко отметили, что информационный обмен между двумя ведомствами – один из важнейших факторов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и прочие происшествия, связанные с ландшафтными пожарами на территории лесного фонда. В целях предупреждения ликвидации лесных пожаров в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» уже закуплена лесопожарная техника. Также обсуждались плановые работы по строительству и ремонту берегоукрепительных сооружений. А я напомню, что с 2012 года в Карачаево-Черкесии отремонтировано 32 и заново построено 8 берегоукрепительных сооружений.